Приказ есть. Мы много копий на этом поломали. Я очень признателен ученым советам, очень признателен профессорско-преподавательским коллективам двух университетов, которые, я их понимаю. Я сам 14 лет работал в университете. Но просто я пытался, и мне кажется, это удалось, раз люди поверили, сказать, что мы делаем лучше. Мы, наоборот, движемся вперед. Мы, наоборот, используем те возможности, которые есть, чтобы сделать качественный скачок вверх. И это возможно только в рамках вот сильного объединенного университета. Здесь, может быть, какие-то страхи нужно людям убрать. Мы никого не обидим, ничего не сделаем, объединим, сохраним историю, сохраним лучшие достижения обоих вузов, и все это приумножится.